Банан здесь, тахини и вишня. Я не очень, ну смотря как приготовить. Ох, вот так вот, играй, да, да. Он ждет, на тебя смотрит. А теперь хлопает себе. Хлоп, хлоп, хлоп. Вкусные получились, все очень просто, ничего левого не надо добавлять. Если Арине вкусно, тогда уже точно вкусно. Всем доброе утречко. Это фотография мамы. Лет, наверное, 10 назад. Мама выглядела немножко по-другому. Ты хочешь попробовать? У нас завтрак. У Артурчика бананы. Арина не хочет. Ну что, это трубочка. Мама себе сделала смузи. Смузи ты тоже не пьешь. Банан здесь, тахини и вишня. Поэтому такой цвет. С теплой водичкой. Мне очень нравится именно теплый пить. Вот не дала трубочку достать, да? Не дала мама трубочку достать. Вот так вот будем кушать. Проводить время как-нибудь. Не знаю даже как. Привет, жулик. На улице не знаю, солнца пока нет, но надо все равно гулять ходить. Дождей вроде бы не передавали. Вообще эту неделю передавали. Очень теплый, Вова сказал. Поэтому будем гулять. На солнышке греться. Будем гулять. Да? Так? Ну что, у нас обед. Что у нас сегодня за вкусняшки? У меня соя. Соя сегодня, картошку, да? Картошку и перец. Вот такую ты потушила сою с морковкой, с лучком. Вкусненько ты пробовала? Нет. Ну, вкусненькая. Картошечка, ну и перец, Арина, как обычно. Похоже на мясо. Ну, сою у нас все любят. Я не очень, ну, смотря как приготовить, а так все остальные любят. Артурчику то же самое. И мне и салатик я приготовила с помидорками тут. Вкусненький тоже. Добавила яблочного уксуса, медика. И такой получился кисленько-сладенький. Сейчас еще настоится к вечеру. Вообще будет вкуснятина. Ну вот так. А тебе нравится? Ты кушаешь что-нибудь? Артурчик. Всем приятного аппетита. И нам тоже. Мы кушаем, обедаем и смотрим мультик. Ой, погодка сегодня классная. Мы пообедали и решили на уличку выйти. Ох, вот так вот, играй, да, да. Давай я тебе дам. Назад. Лови. Опа! Убегает. Вот погуляем. Ой, как хорошо на улице, классно. Мне жарко в кофте. Входи в майки. Тебе ж никто не запрещает. Артурчик пошел в песочницу. Любимая. Надо же поковыряться обязательно в земле, в песке. В любом случае. А Аринка сразу мячик. Какая модная Аринка у нас. Ну что, Артурчик, дать себе твоих игрушек, да? Ну, сейчас достану. Смотрим. Слоумо. Слоумо. Ой, снегопад хотела сказать. Листопад. Да. Снегопад. Понравился. Артурчик у нас закапывается, сидит там. Пришел, сел и играет. Артур, фу-фу-фу, в ротик не брать. Это фу-фу. Пускай поиграет. Что-то мы вышли, и солнце пропало. Ну, что это такое? Путь какие-то. Давайте нам солнце, мы любим солнце. Мы вообще солнцелюбивые человеки. Ну-ка, чтоб он видел. Давай. Не отходи далеко, он тут перед ним встань. Раз, два. Вот так вот. А ему понравилось, Он ждет. На тебя смотрит. Он ждет, ждет. Давай уже иди. Зачем так далеко ходить? Тут листьев навалом. Сейчас придет Аринка, сейчас. Так подходи сюда. У меня шнуровка связалась. Артур, смотри. Раз, два, три. Вот так. Ему нравится, да.
Артурчик у нас заснул, малыш. 4:30 сегодня. Ножкой обнял подушку. Чуть заснул. Вот ему сложно заснуть. Но хоть не так поздно, как эти последние 2 дня. Морковку купил. Морковку купил. Лавашидзе закупил. Рина в школу начинает ходить. Завтра же понедельник. Вот. Так что будем кебабчик делать, как и говорили. Я замочила последний этот вот. Смотри, морская капуста, ее может промыть, порезать и в салат добавить. Ну да. Ну. А Вова себе греет. Соя осталась, и рис будет кушать, обедать. С работы пришел. Ага, понятно, я уже вижу. Так, Артурчик проснулся в 7 часов. Сегодня ура, нормальное время. Сразу у Арины пошел со стола, стянул карандаш простой, кстати, твой. Пошел рисовать. Рисовашки, да? Только что правой рукой рисовал, теперь левой. А теперь хлопает себе. Хлоп, хлоп, хлоп. Молодец. Мне надо фонарь включать. Так темно без фонаря в комнате. Хотя лампочки у нас яркие, не знаю, почему так темно. Аринка уроки сделала за 10 минут. Да? Классно тебе так быстро уроки делать. Вот так вот. Правильно, ключи сразу можно положить. И сразу собраться полностью. Ну вот так. Мама там картошку жарит сегодня. Захотелось нам. Я сейчас буду вкусняшку кушать. Кушай, кушай. Тебе оставили. И будем кушать. И салат будем кушать вкусный. Давно не ели уже морские водоросли. А тут же порисует здесь. Порисует, да? Плюй соську. Давай мне. Тьфу-тьфу-тьфу-тьфу. Давай. Тьфу. Вот так вот. Не надо на тебе. Все. Проснулся, выспался. Он просто спит плохо без соски. Посмотрите, что он сам нарисовал. Это человечка нарисовал. Ага. Ажур нарисовал. Это папа тут вырисовывал. И выписывал. Вот хлопай ему, хлопай. Видишь, он довольный, что у него получается. Артур, кто там залез? В твою полку для игрушек. Артур нашел там жулика. Да? Залез такой смешной. Артурчик у нас все рисует. Но она уже минут 20. Да? Смотри. Тут уже все листики изрисовал. Надо уже новое делать. Прикреплять. Вот так вот. Молодец, молодец. Ну что, у нас наконец-то ужин, ура, ура, 9 час уже. Картошечка наша пожарилась, у Артурчика пюрешка. И эти, вот эти штуки зеленые, вкусненькие, сочные. Артурчик, кушай. Спаржа. Да, спаржа, тут кинчик смотрим. Вот он, у нашу красота, и салатик вкусный очень. Ты что там делаешь, Артур? Бери, кушай пюрешку, ты ж такой любишь. Любишь? На, ешь. Может быть, не голодным, кстати. Ну все, всем приятного аппетита. Ну и куда же без чаепития? В общем, Вова захотел какао, потом Арина сказала, тоже пить хочу. Ладно, все. Напекла здесь оладушек по-быстрому, на рисовой муке, яблоки и сироп добавила. Вот такие вот вкусные. А, и мак еще. Вкусные получились, очень просто, ничего левого не надо добавлять. Ну вот так, будем сейчас пить чай. Что ты? Напился воды? Что там папа делает? Играет, в телефоне сидит. Что-то тебе папа после ужина плохо вытер. Он висок весь в картошке. Да? Ай, фонарик, ай, фонарик. Ай, светит фонарик. Что ты мне телефон лижешь? А, кто-то тут воду у нас пил, да? Проразливал все. Артур, смотри, что у мамы есть. Смотри, будешь оладушку такую? Попробуй. Хочешь кушать? Ну попробуй, попробуй, давай. Скажи, вкусно или невкусно? Ну что? Ну что? Ну что? Вкусно. Значит, вкусно. Если Арине вкусно, тогда уже точно вкусно. Ну что ты? Будешь еще? Так, уселся поудобней. Давай, садись. Будешь? На, это тебе. Сколько у тебя?
Садись, садись, не может никак усесться. Давай-ка наяривай. Так, следующую укусим. Они одинаковые, Артурчик. Абсолютно одинаковые. Смотри, какие красивые, да? В точечку черную. Ну, все, Артурчик заценил. Значит, вкусненько. Они играть неправильно. Значит, вкусненько, да? Ну, классно. Как так можно играть?